Общероссийский народный фронт продолжает мониторить общественные места. Речь идет об объектах проекта благоустройства городской среды. Накануне общественники проверили аллею в центре Ордона. Проводимой работой остались довольны. Но, по их словам, подрядчики недостаточно уделяют внимание мнению жителей. Это касается и дворовых территорий. Активисты уверены, к работе необходимо привлекать молодых дизайнеров и архитекторов. В рамках мониторинга также проводили анкетирование, насколько граждане нашей республики они удовлетворены реализацией этой программы. Ну, здесь тоже результаты такие, что вовлеченность самих граждан в процесс благоустройства он оставляет желать лучшего. Все-таки недостаточно учитывается мнение граждан. Представители ОНФ уже проверили более 40 дворов и 12 общественных территорий по всей республике. В планах продолжить мониторинг проекта «Комфортная городская среда» в Северной Осетии. К слову, президент страны Владимир Путин поручил правительству России установить гарантийные сроки на выполнение работ. Вот сейчас только начнет рассматриваться, и к ноябрю должен быть, наверное, уже установлен обязательный гарантийный срок для того, чтобы работать качественно, стало выгодно, потому что мы встречаемся с такими моментами, где подрядчики экономят на материалах, экономят на каких-то технологических процессах, что потом очень скоро это вылезает наружу и сказывается уже на состоянии этих дворов и общественных пространств.